К другим новостям. Десятилетний юбилей отметил люберецкий хор «Беспокойные сердца». Торжественное мероприятие по случаю круглой даты прошло в Доме ветеранов. На празднике звучали песни из репертуара известного в городе коллектива. Это десятилетняя история творческого коллектива «Беспокойные сердца», запечатленные на поздравительных плакатах. Тут вырезки из газет, фото лучших выступлений и памятных встреч. Был момент, когда Воробьев был здесь у нас кандидатом в губернаторы. Исполнял обязанности губернатора. И вот тогда он встречался с нашим хором, с «Беспокойными сердцами». Там вот на стенде есть фотография, где он вместе с нами в ДК, в нашем Люберецком. Он пригласил порядка 5 человек в Дом правительства на День Победы. И они вместе с губернатором пели песни военных лет. И сегодня за праздничным столом тоже поют. Среди любимых песен у «Беспокойных сердец» те, что посвящаются родному городу. Сейчас в хоре около 50 участников, самому старшему 87, самому молодому 46. Каждый пришел сюда по велению беспокойного сердца, потому что хотел найти самовыражение. Я пою уже 4-й год, и, так сказать, моему счастью, что ли, как-то можно сказать, меня в прошлом году выбрали старостой хора. Вот это почетная такая должность, обязанность, и мне здесь очень нравится. А вам? Я в хоре 10 лет с самого начала, пришла по объявлению, очень понравилось. Здесь как-то вторая молодость, третья, вернее, молодость к нам приходит. Сегодня здесь вспоминают создатели коллектива и награждают отличившихся участников. Среди гостей поддерживающий хор с момента основания депутат Сергей Долгов. Всех, кто каким-то образом участвовал и участвует в развитии и популярности нашего коллектива, хотел бы выразить благодарность, пожелать всего самого доброго, и чтобы года не торопили вас, не торопили никого из ваших близких, чтобы мы жили, развивались, распевались, одним словом, да? Планы на следующее десятилетие у «Беспокойных сердец» серьезные. Собираются учиться сольному пению и увеличивать количество выступлений на городских мероприятиях и конкурсах. Поэтому коллективу нужен художественный руководитель, новое помещение для репетиций и новые костюмы, так как этих на всех не хватает. Яна Яковлева, Кирилл Евгеньев, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Маша Лапычева, а вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и будьте в курсе самых актуальных событий.